Добрый день, это Криптомига. Я сегодня хотел бы рассмотреть отличный российский проект Лицерио. Это прекрасный проект. Давайте я расскажу о том, что он себя представляет. Этот проект помогает брендам за счет покупателей рекламировать себя. То есть покупатель, выполняя какие-то нехитрые действия, например, там репост и прочее в разных соцсетях, они рекламируют этот бренд, и потом им засчитывается какое-то количество токенов, которые они смогут потратить на скидку. То есть это очень удобно. То есть едешь где-нибудь, не знаю, там, на работу, да, и делать нечего. Сделал пару репостов, что-то написал. И, сделав рекламу, получил скидку. Потом после работы сходил, купил себе какую-то вещь. Вот давайте, сейчас я нахожусь на сайте, да, можно тут... Ну, я уже сказал, что это российский проект. Как я считаю, идея очень достойная, и давайте разбираться. Здесь понятно, что такое Лицерио, я рассказал. Также можно посмотреть продажу токенов, дорожную карту, команду, партнеров, контакты. Ну, смотрите, до пресейла, пресейл начнется через 14 дней. Здесь мы можем посмотреть еще этот рейтинг этого проекта на разных сайтах. На трек ICO, про 4.8, это отличный рейтинг. Для российских команд это вообще потрясающе, потому что не так много их сейчас выпускают какие-то новые проекты, да, и смотрим. Значит, пока 130 эфиров собрали, понятно, что это только начало. И особо... Так, смотрите. Сделай репост, получи скидку. Ну вот я, как уже рассказал, тут эта вот система есть. Как это работает? То есть вот это вы. Точнее, это рекламодатель. Создает рекламную кампанию с настройками своей целевой аудитории. При создании кампании указывает, какое количество токенов он готов заплатить. То есть у рекламодателя есть свои токены, он показывает, сколько может заплатить. Клиент делает репост рекламного материала в соцсети. Платформа собирает полученные лайки, исключая возможные способы накрутки, потому что сейчас очень много накруток. Хотя я думаю, мое мнение, что все же проще так сделать без накруток и... Зачем тратить деньги, да, на это? Вот, исходя из количества полученных лайков и стоимости лайка, установленная рекламодательная система рассчитывает скидку для клиента. То есть за счет этого клиент получает скидку, потому что платформа конвертирует количество лайков в токены, с которых будет списана комиссия системы. И вуаля, у вас скидочка на какую-нибудь вещь, да, или какую-нибудь услугу. Для чего это создается? Потому что рекламодатель вот тратит 50% своего рекламного бюджета на комиссию банков и платежные системы и прочие сервисы. Здесь вот описано, да, вот 50%. Лицерио снизит расходы до 5%, то есть почти в, ну не почти, а около 10 раз снизит расходы. И гарантированно предоставит клиент. Ну, конечно, когда клиент выполняет сам какие-то вещи, да, то есть там репосты, там лайки, еще что-то, да, то он нехотя даже сам участвует в этой рекламе, в том плане, что сам становится клиентом, или, может быть, для него интересен будет сам продукт, потому что, в принципе, вот смотрите, платформа откроет новые возможности для интернет-маркетинга. Ну, это понятно, потому что все это через интернет будет, через сети и прочие ресурсы. Так, я к тому, что
с помощью, ну, заработав какое-то количество токенов, да, вы можете их менять на скидку не только в, ну, у определенного бренда, да, а можно на друг, ну, у другого бренда менять. То есть тут есть еще такой интересный момент, что так как бренд устанавливает количество токенов, которые он на рекламу готов потратить, да, вы можете рекламировать тот или иной бренд. Вот, и, соответственно, ну, как говорится, стоимость лайка или репоста будет у разных брендов разная, но в то же время вы получаете вот эти вот токены, которые можете тратить на скидку, в принципе, любых ну, брендов. То есть вы можете выбирать, да, что именно рекламировать. То, что вам нравится, или то, что просто, ну, больше вам токенов принесет. Вот. То есть также будет разработано мобильное приложение, что очень интересно, да. Вкладки скидки рядом открывается карта, показывающаяся подключенных рекламодателей. Чем дальше клиент от рекламодателя, тем больше скидку он получит, когда придет на торговую точку. В первую очередь данная функция будет полезна рекламодателям, которые находятся в местах, где нет большой проходимости у людей. Вот. То есть данная скидка не суммируется со скидкой, полученной через репосты рекламы. То есть довольно-таки тоже интересная. Код, так сказать, да, вот также есть здесь кэшбэк лояльность, то есть смотрите, про что я говорил, да, пользователи получают токены за покупку партнеров Лицерио. Платформа формирует единый бонусный кошелек. Пользователи могут делиться бонусами со своими друзьями или обменивать их на скидку. То есть вы даже с друзьями можете обмениваться, да, или получив, смотрите, бонус у одного партнера, их можно легко потратить у другого. То есть вы выбираете, например, компанию, которая платит больше там, ну, за репост, просто репостите, ну это так, да, что-то больше скидки заработать. И все, и можете поменять ее уже на скидку любого другого бренда, и это все разрешено. Вот, также есть децентрализованные конкурсы, вот, и вы сможете получить награду, а бренд, соответственно, повысит узнаваемость и доверие. Ну, конкурс — это всегда прекрасно. Сейчас очень много людей участвует в конкурсах, и это показывает, что эти конкурсы эффективны для продвижения какого-либо товара или узнаваемости фирмы. Ну, про токен тут можно еще поговорить, да, смотрите, 100 миллионов токенов будет всего, да, 70% будет распродано, 15% остается у команды, 10% для бонусной программы, 5% между партнерами и консультантами. То есть старт начнется 28 мая, конец 10 июня, это предпродажа. Вот, и софткап всего 500 эфиров, то есть софткап небольшой, поэтому по хардкапу, ну, 2500 эфиров. То есть все довольно-таки прекрасно в том плане, что софткап 100% соберут с такой хорошей идеей, это прям без вариантов. Хардкап, я думаю, тоже вообще без проблем. Вот, обменный курс 1 эфир 6000 токенов, минимальная сумма 1 эфир. И тут что еще распределено, вот distribution of token, да, 10% баунти, 5 партнера, 70% продажи, 15 команд. Ну это вот в диаграмме, да, что вот говорилось. Так, дорожная карта. Здесь тоже очень все интересно, потому что смотрите, в мае у нас предпродажа токенов, а уже выпуск бета-версии планируют они на июнь. Я думаю, она уже есть, как бы, да, и они уже какие-нибудь наработки уже сделали. Вот. И первая фаза продажи токенов, потом мобильные приложения уже в августе. Потом вторая продажа токенов, потом запуск платформы в России и странах СНГ. Это уже в этом году. Ну, я, например, смогу уже скачать вот эту вот программу и делать себе бонусы
ну, бонусы, а и скидки. Вот. И запуск платформы в Европе уже в следующем году, там, в первом квартале. Потом глобальный запуск. То есть я считаю, что вот эта вот идея заслуживает особого внимания, потому что она может везде просто... Вот может быть очень сильный прорыв, и она может везде прижиться, в Европе, в Америке особенно, да, с их системами купонными. Зачем теперь купоны, да, если можно в соцсетях разрекламировать. Вот. И смотрите, вот у них команды разработчиков. Вот. И также вот тут можно задать вопрос, получить у него быстрый ответ. Ну, в целом, я думаю, вы уже поняли, что компания отличная, ой, проект отличный и заслуживает внимания. Всем спасибо, это был Криптоамиго.